На самом деле материнство выглядит как-то так. Мы сделали вчера прививку. Прививки. У него температура. И такое состояние. Ну, пожалуйста, улыбнись. Улыбнись, пожалуйста. Я знаю, что ты можешь. Мне язык только показываешь, да? Не хочешь улыбаться? Скажи, что я должен вашу черные кружочки улыбаться? Ты мне улыбнешься? Нет! Ты тоже не хочешь? У Томаса, как у Роберта, начали отваливаться волосы. Он родился очень волосатым. И вот сейчас вот оно пролеживается. И здесь будет, короче, лысина. У Роберта было все то же самое. Так полугода у него такая была лысина. И здесь волосики. Очень стрёмно смотрится, конечно. Но что делать? Сбривать, наверное, я такое не буду. Робику мы сбрили первый раз где-то. Постригли вообще, не сбривали мы. В 3,5. Брить как брить. Наголо я никогда Робика не брила. И Томаса, наверное, не будем. Да, малыш? Ку-ку. Ку-ку. Где мама? Про перелом у Роберта нам хорошо пояснил один врач, что в итоге это было. Оказывается, у детей еще не до конца сформированы кости. И бывает так, что именно ломаются хрящи. То есть у них еще кости, она в стадии хрящевой ткани. А хрящей на рентгене не видно. Именно поэтому вот нам говорили, что перелома не видно, но он есть. Вот такое бывает у детей такое. Я даже не знала. Хотела я на август свалить из Израиля, потому что детей некуда пристроить, а находиться с этими двумя шалопаями вдвоем и мне одной, это капец как трудно, что один орёт, хочет молока, другой орёт, вытрите мне попу, хочу есть и так далее. И, в общем, и уже все равно все, мы смотрели билеты, но в последний момент мы вспомнили, что у Томаса нету загранпаспорта. Да, такие дела. Улететь хотели отсюда, потому что, ну, во-первых, дикая жара, во-вторых, не работают садики, продленки. И если в каких-то городах и доступны какие-то частные сады, то мы обзвонили почти всех в нашем городе, а город небольшой. И, естественно, у всех уже все занято, потому что, ну, у всех такая проблема, что детей некуда пристроить на вот эти 2-3, а у нас почему-то даже 4 недели в том саду, в который Роберт успел походить месяц. Там он был всего до 5 августа, и все остальное время, 4 недели, никаких вариантов, никаких. И я
узнавала. Если там был вариант куда-то в другой город возить на в садик, в Хайфу, например. Ну, что-то это как-то... Не рассмотрели мы этот вариант, что не очень понравился мне. Вот, поэтому сижу с ними дома, деградирую, играю в игрушки. Даже еду готовить не успеваю. С едой мы вопрос решили так, что Саша приносит нам из столовой свои обеды, и мы их съедаем на обед и ужин. Ну, иногда вот я что-то готовлю, вот Роберт ест пету с сыром. Ну, вот я смогла порезать, запихнуть туда сыр и немного поджарить. Это все, на что я сейчас способна. Ну, бывает у меня, вчера я сделала на выходных супчик вкусный, грибной. Но это потому, что Саша был дома. На буднях, конечно, нереально. Вкусно? Такая еда. Пита с сыром. Чего ты там его ударяешь? Красавчик. Еще один красавчик. Два красавчика. Вы такие сладкие. Ты любишь братика, Роберт? Классный, да, вышел? Вырастет, играть вместе будете. Лего собирать. Будешь делиться с ним игрушками? Ну ты уже тогда в школу пойдешь. А думаю, вам все равно будет немножко интересно. Хоть разница 4 года, я думаю, они найдут некоторые общие моменты. Такие сладкие. Потому что мои. Томик очень похож на Роберта, когда Роберт был в этом возрасте. Ой! Что, он тебя бьет? Нет. А что это? На той неделе мы оформили, делают даркон, где-то полторы недели нам обещают, пришлют нам почту. Идем, и как только получим, поедем, наверное, уже в сентябре получится. Надеюсь, до локдауна успеть свалить. Мы вообще думали на 2 месяца, и на август, и на сентябрь ехать, потому что сентябрь – дурацкий месяц, будут одни праздники полмесяца. Смысла нет, ребенок будет только ходить, сопли сада таскать, и все праздники будет дома с соплями. Да, малыши? Бай-бай! До будущих встреч! Тома, скажи бай-бай! Ручкой вот так вот, Томик, язык вам показал. Не делает так. Крашу брови. Такой появилась минутка записать для вас сообщение. Мы получили паспорт на Томаса загран. И поэтому быстренько, оперативно купили билеты. Так что в сентябре. Если что-то не закроет аэропорт, не отменит рейсы, мы улетаем. А куда, не скажу, догадайтесь сами.